Поездка в столицу. Такой приз получили 7 участников городского открытого турнира по бильярдному спорту. Он прошел в Петропавловске в эти выходные. Всего за победу боролись 16 любителей. Репортаж Кристины Горбаченко. Участники проходят жеребьевку. Все нелюбители и представляют разные сферы деятельности. Турнир по бильярду открытый. Есть только возрастные ограничения. Игрокам должно быть за 50. Олегу Драчеву 53 года. Его соперник 75-летний Николай Уваров. Силы были равные. На протяжении игры они не уступали друг другу. Как итог, с преимуществом в один шар победу одержал Олег Драчев. Этим видом спорта профессионально он никогда не занимался. В молодости просто увлекался. Поскольку тренировок нет, поэтому много ошибок. Нужно стабильно, постоянно, если кто увлекается бильярдом, должен играть, постоянно заниматься, совершенно смотреть, как играют мастера. Секреты все, они все сейчас интернет, можно посмотреть, как играют. Заявить о себе и активно провести субботу решили 16 человек. Играли в классическую пирамиду по олимпийской системе, то есть на вылет. По итогам третьего тура определялся победитель. А те, кто не проиграл в первом, тоже не остались без приза. Открытый городской турнир проводится с целью отбора сборной команды области для участия в республиканском турнире в городе Астана, который пройдет с 30 ноября по 2 декабря текущего года. Поездку сборной города в столицу оплатит областное управление спорта. К слову, такой турнир в Петропавловске организовали впервые. Посвятили его Дню первого президента. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.